Черноморск – разгар рабочего дня. Крупнейший и единственный в городе дворец спорта «Юность» пустует. Тренеры подразделения, администрация, бухгалтерия, родители воспитанников вышли защищать объект к зданию администрации порта. Главное требование людей – не переходить под протекторат города. Администрация порта дотирует инфраструктурный объект суммой в 3,5 миллиона гривен. От муниципалитета такой помощи не ждут. Раньше возили президента к нам в спорткомплекс. 79-го года мы открылись. Президента привозили, и Кучма был у нас, и все. Главная достопримечательность города была. А сейчас мы стали не нужны. Поддержать митингующих тренеров приехал олимпийский чемпион 2004 года Юрий Белонок. Он не понаслышке знает о возможностях и условиях комплекса. Легендарный легкоатлет привозил на базу Черноморска своих воспитанников. Все время мы пытаемся модернизировать что-то и всегда приходим к худшему. Зачем менять то, что уже работает, дает результаты, плоды? Более 2000 детей занимаются в дворце спорта. Если мы поменяем форму властника, то есть мы неизвестно куда придем. Еще в начале года министр инфраструктуры Владимир Амелян предупредил черноморских портовиков: расставаться с объектами социальной инфраструктуры не самая правильная затея. Но чиновника не послушали и на закрытом совещании снова вернулись к вопросу, который уже пытаются решить два года – сбросить с себя лишнее бремя. Администрация морских портов, на балансе которого находится дворец спорта и ранее перечисленные объекты, на сегодняшний день сверхприбыльное предприятие. Для них содержать объекты социального значения они и обязаны, и это незначительная доля затрат. На сегодняшний день для бюджета города эта сумма неподъемная. Есть ряд примеров, которые нам показывают, что город, к сожалению, не в том объеме справляется с финансированием социальных объектов, которым заявляет. Дворец спорта далеко не первый объект, от которого хочет избавиться администрация порта, говорят представители профсоюзных организаций. Опыт предыдущих лет показывает, что мэрия на таком же уровне финансирование объектов инфраструктуры не тянет. Это и детские сады, это и знаменитый кинотеатр «Нептун». То есть люди возмущены отношением и финансированием городских властей своих социальных объектов. Поэтому они хотят отстоять существующий объект и не допустить его развал. Порядка 400 семей, 400 человек могут лишиться своих рабочих мест в администрации Ильичевского порта. Это те подразделения, которые я перечислил. Перевод, сокращение, либо другая форма, вымышленная временными руководителями, я бы так сказал. Протестующие говорят, избавление дворца спорта, охраны, подразделения пожарной безопасности – это только вершина айсберга проблем, которые есть у огромной портовой структуры. С годами они не решаются. Здесь снова ждут вмешательства чиновников и нардепов из профильных министерства и депутатской комиссии. В мэрии Черноморска комментировать передачу дворца спорта на баланс города отказались. Нам это не интересно. Таковы были слова Валерия Хмельнюка. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».